Посольство Японии в Казахстане успешно реализовало проект «Корни травы» в Талдыкоргане. Так называется программа социальной поддержки, в рамках которой был выделен грант на сумму более 82 тысяч долларов США. А получил его молодой предприниматель Ельдос Байлышбаев. Он открыл спортивно-реабилитационный центр для людей с ограниченными возможностями. На средства руководитель центра приобрел более 10 современных тренажеров, предназначенных для восстановления функции опорно-двигательных аппаратов. С момента открытия реабилитационный центр посетили более 500 человек. Около 80 из них встали на ноги и начали самостоятельно двигаться. Чрезвычайный полномоченный посол Японии в Казахстане господин Тацухико Касай сам ознакомился с итогами работ и намерен сотрудничать далее. Мы будем продолжать наше содействие в рамке «Корни травы». И наше содействие, если пользуется популярностью, я доволен.